have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Хайку, мы с вами находимся вот здесь. Да, у нас вроде как открылись места в горячие, в темные проходы, но мне показалось, что можно бы зайти и сюда, ж ты. Ой, рванет сейчас, да? Ага. Вовремя вспомнил. Потому что мы тут не были, и тут темно. О, да, точно, тут есть сывачок. Мы можем попробовать тут куда-то пройти. Может быть, у нас получится даже открыть здешние места. Ай, больно. Кстати, вот эти лампочки, из-за того, что они стали агрессивными, на них еще стало довольно легко фармить. Смотрите, я просто дошел сюда, даже особо не ввязываясь в бой, просто то, что на меня нападало, я отбивал. Фига себе. Я, по-моему, раньше такого не видел. Так, тут все плавится. Но я уже теперь могу находиться. По-моему, раньше не мог, да? Я сюда заходил, меня начинало жечь. Иди сюда. Все это выглядит максимально печально. Ох ты ж, ё. А у меня тут максимальный перегрев. То есть я тут чиниться не могу. Понимая это, я прихожу и отхватываю урон. Круто. Таш, чтоб тебя. А если я вернусь сейчас в эту зону? Там все воскреснет или нет? Вот что мне интересно. Да. Десять, кстати, за этих ребят дают. Три. Значит, я большую упустил. Да, блин, зараза, больно же. Ага, печка духовая. Так, а тут, кстати, даже сигнала нету. Может быть, мне вообще не в эту сторону? Ну, так я смогу... Знаете что, подождите. Мне кажется, что я не в ту сторону иду. Я вам сейчас объясню, почему. Видите, вот здесь... Кусочек маленький, он выпирает к той горячей зоне. То есть мы просто тут срежем. Мне нужно каким-то образом открыть карту. Сейчас я попробую найти другой путь. Может быть, как-то или вниз, или что-то такое. Черт, а там особо вниз. Блин, больно. А, я не буду чиниться, погоди, тут можно вот так сделать. Я ж каким-то образом там внизу протискивался, я помню, что я там ходил. Давайте... Да, вот эту батарейку, это я помню все. Я тут как-то это все видел уже.
Почему я не пошел дальше, напомните? Не захотел? А, погодите, тут заперта... Заперта дверь. Оно все шевелится? Я с ним ничего не могу сделать. Я тебя понял. Значит, сюда точно. Пока что нет. Пока что. У нас остаются еще направо какие-то проходы. Слушай, батарейка, не дури. Да, чтоб тебя, аккумулятор. По крайней мере, с него тридцатник вылазит, что круто. Что это за место? Вот этого я не помню. Давайте зайдем, глянем. А, тут вода у нас. С тобой можно поговорить. Он спит. О! Привет, да, я проснулся. Извини, дай я представлюсь. Меня зовут Спланк. Потерянный тостер. Хотя машины не так уж и едят тосты. Я думал, что я нашел для себя довольно уютное местечко вдалеке от урона, который я могу получить. Но ты меня нашел. Я тут какое-то время шатался по Аркадии, а теперь и потерялся. Видимо, я не могу здесь оставаться. Надеюсь, мы еще встретимся. А что я буду делать? Мне очень нравилось это место. Очень нравилось это место. Получается, мы просто пришли и нарушили чувачку. Хотя, может быть, это некий вид коллектаблс. То, что мне придется находить его в разных... Фига себе! К такому мне жизни готовил. В разных местах придется находить этого чувачка. Так, нужен какой-то двойной прыжок. Погодите, это тоже какая-то новая территория. Ducts. Water ducts. Смешно. Сохранишка будет? Фиг. А это у нас? Вон там, видите? Справа. Это случайно не глушилка сигнала? Хотя, ну нет, здесь я карту, кстати, вижу. Здесь не должно быть никаких глушилок. Чтоб ты, блин. Я понял, тут проскок на время. А тебя заберу, тварь. Ладно. С тебя ничего не выпало. Что тут тогда может быть, если это не глушилка? Это... Coolant Salutable. Это какой-то чип? Да погоди ты. А, лучше рассеивать тепло. Это, возможно, мне понадобится, чтобы чиниться в той зоне, в горячей. Собирался вообще туда пойти, а пошел не туда. Так, ну здесь мне делать нечего. Да, оно мне показывает вопросик. Это место, в которое я пока что не могу попасть. Видите, вода мне теперь не вредит. То есть тут можно было, наверное, как-то пропрыгать. Ну, по крайней мере, здесь нам пока что находиться безопасно. Давайте здесь бегать, посмотрим, что у нас тут... Бомба. Да, я думаю, что вода бы мне вредила, если бы я сюда пришел раньше. Из-за того, что я сейчас изолировал свой корпус от проникновения жидкостей,
что вода мне сейчас не вредит. Это стало мне по уровню, так скажем. В огонь я тоже могу сейчас зайти. Но с определенными ограничениями. Разложили тут мин. Так, дно. Сюда я пока что не могу пройти. Почему? У меня там был вопросик. А, вопросики на другом. Это значит, что я туда просто пока что не попал. Это не значит, что я не могу туда пройти. Понял, понял. Так, окей. Это мы сделаем. Это мы сделаем. Тут у нас сохранялка в этом крыле. Да, пожалуйста, все. У нас почти 1500 штуки. Это не может не радовать. Это было не... Ну, как бы было видно, что там осколочки камней. Не было понятно, что сюда можно зайти, но по осколочкам камней я подумал, а может быть сюда можно закатиться. Ну, смотрите, сотня. Soul Blade. Тоже синие. Добавляет лезвий к туловищу. Угу. Позволяя избегать опасности. Слушайте, а вот это поставить было бы интересно. Какой у меня сейчас... Давайте я вернусь, оно ж тут близко. Может быть, я чипы просто поменяю. Их же можно на ремонтной станции менять. А, еще вот так вот. Этот 114 я тоже скину. Вот оно, мне как раз будет 1500 штучки. Мне бы поезд теперь найти так-то по-хорошему. Чипсы. Чипсы. У меня сейчас стоит... Ага, я теряю меньше монет при смерти. А вот это... Давайте поставлю. Мне просто интересно посмотреть, что это. А что ты такое резкое? Какой-то сейф на ножках. Не знаю почему, но у меня это... гляньте. А тут у нас как раз неизвестная территория. Ладно, пойдем сюда. Мне это напомнило Evil Within. С этими бегающими сейфами. Рыба-мина. Ах ты ж! К такому меня жизнь точно не готовила. Больно. Да-да-да, я теперь заметил подводные такие... Нет! Да, чтоб тебе, она меня может и убить. А, вот какие пилы, я понял. Я понял, когда я кручусь, я становлюсь прям реально Соником-Соником. Да ну чё... Блин, ну вот вообще ни разу не смешно. Мне не хватает деталей, я все сдал. Оставьте меня в покое. Я не вижу... О-о-о, оно рассыпалось. Я не вижу радарного следа... Ой, блин, радарного следа от глушилки. А что на фоне... Я все равно помещаюсь в этих местах. Типа эти пропрыги должны быть опасными? О! О, привет! Я надеялся, что увижу тебя здесь. Разве это не прекрасное место? Кто бы мог подумать, что может быть такая прекрасная земля в местах полных руин? Этот мир большой и красивый, друг мой.
Очень жаль, что многие из нас живут и умирают, никогда даже не увидев его. О, я почти забыл. Я знал, что мы встретим друг друга, и я немножечко... Я кое-что для тебя припас. Вот. Эти маркеры будут показывать тебе торговцев и других интересных роботов, которых ты найдешь в своем путешествии. И они прям работают? Да, спасибо. То есть Characters, да, да, супер. Может, тут это еще и вокзал будет? Что, извините, я вообще на это не рассчитывал. Не, вообще-то в другую... Я думал, тут маленький бонус какой-то будет. Я пришел сюда. Погоди, я сначала схожу в ту сторону, закруглю немножечко географию. Кстати, если у меня есть чип, который быстрее меня охлаждает, возможно... Это дает мне какую-то возможность чиниться на боссах. Хотя это было бы слишком оптимистично с моей стороны. Это я... А, вот я где. Я понял. Я понял. Это мой шорткат в эту сторону. А поезд... Кстати, можно... Да ну нет, далеко до поезда. Я подожду, пока я найду поезд там. Это просто шорткат. Хорошо. Меня это устраивает. Что внизу? Это выглядит так, что если я туда пойду, я назад уже не попаду. Давайте сходим. Да чтоб тебя, я тебя не заметил. Воу-воу-воу-воу! Тихо! Иди сюда, мне деньги нужны. Спасибо. Хоть одну детальку починю за ваш счет. Стой! Фу, стой ты. Не, я назад могу попасть. Это просто так выглядит. Тогда что здесь? Еще один пропрыг куда-то. Причем это красная территория. Иди сюда, дружище. Спасибо. Я предпочитаю пока что держаться, наверное, починенным. Я там слышу еще одну тварь. Минуточку, вы видите вот этот проход наверх? Вот прям вот рядом с нами. Что это за проход? Я не знаю. Блин, оно с пилами. Блин, больно же! Да ты офигел! Лети сюда. Там можно пробить стенку. Очень подлая тварь. Теперь как мне вот эту пилу разбить, чтобы не покоцаться? А я могу. Блин, а я на 5 не успею, не успею. Черт. А, пила пропала, хорошо. Подленькое место. О-о-о-о, там даже не пробить стенку, ее нужно проехать в воздух. Да идите вы нафиг. О, здрасте.
Там есть еще одно место для проскока. Но там нужно будет выпрыгнуть на выходе. Не знаю, как все будет выглядеть. А, вот так? Это просто шорткат домой. Я им зря воспользовался. Ну, не то, чтобы зря воспользовался, просто врагов тут уже нет. Он просто опять придется пропрыгивать. И ты у нас... Автопочинка? Извините? Repair the last health capture capsule that was broken. Ёлки, вот это для боссов незаменимо. Оно чинит последнюю сломанную капсулу автоматически. То есть на боссе, прикиньте, он вас ударил, а вы все-таки взяли и починились. Офигезно. Причем у меня что по чипам? Тут у меня стоит. Угу. Тут у меня стоит нахождение секретов. Но автопочинка слишком шикарна, чтобы это игнорировать. Причем эта локация, она чисто бонусная. Здесь больше вообще ничего нету. Поехали обратно. И она бонусная именно в том смысле, что сюда можно прийти, забрать хороший чип. И до свидания. Давайте, ребят, осилите, летите сюда. Я не против с вами подраться, но здесь. Молодцы. Куда? Теперь я могу пойти направо. Теперь я могу честно пойти направо, потому что лока слева у нас зачищена. Хм, красиво. А, блин, а может быть... А может быть, даже не знаю. Так, смотрим по стенкам. Что можно сделать? Куда можно укатиться? Зачем можно укатиться? Нет ли ни у кого ощущения, что можно куда-то въехать? 140. Неплохо было бы деньги сбросить, кстати. И мы приближаемся... А уж не сюда ли мы приближаемся? Сейчас посмотрим. Выглядит как еще одно закругление локации. Да, видите? А как я раньше тут был и не нашел это место? Это я поднялся на лифте вон оттуда, от воды. Так? Так. А чтобы потом сюда вернуться, мне надо... Что мне надо? Блин, нет, ребят, поехали обратно в воду. Шорткатец мы себе сделали. Все, конечно, весело и хорошо. Не, ребят. Нормально, стал прямо в дверях. Хорошо. Это лифт. Лифт, который позволил нам... Да, я могу сюда зайти против течения, но могу... И тут есть еще что-то, что я могу взять.
Чипсокет, ёлки-палки, синий. Даже покупать не пришлось. Так, это у меня охладитель. Я, наверное, поставлю обратно, чтобы у меня... А, ну да, да, поставлю. Два раза поставлю. Хорош секрет. Мне понравилось. С другой стороны, я могу туда как-то попасть, нет? Давайте посмотрим. Очень вряд ли. То есть, мне кажется, что там наверху что-то может быть. Но попасть я сейчас отсюда не могу. Тут строение стены такое, что я просто не пройду. Окей, я вас понял. Тут больше ничего нет, возвращаем. Ну, пока что, по крайней мере. Иди сюда. А ты не офигел, дружище? Стой, у тебя починки нету нигде? Ладно, починюсь. Я думал, что он только над водой опасен, а он опасен и здесь. Опасные рыбы. Опасные парнишки. Угу. Вот эти рыбы, кстати, напоминают Ministry of Broadcast. Помните, какие там проблемы с рыбами были? Не дотягиваешься? Так. Так, там сейф бегает. Тут где-то... Ай, блин. Получаю такой глупый урон. Просто дальше некуда. Сейф идет нафиг. Ай, блин, я каждый раз пытаюсь карту чекать. А откуда? У нас случайно нету сигнала? Я не вижу пока что. Вон он. Вон он над нами. Как нам попасть над нами? Что-то очень подозрительно большое. Отсюда я не попаду, скорее всего, вокруг. Да чтоб тебя! Да, здесь. Так а смысл этой фигни, если оно просто... Бах! Тут еще такое будет? А, тут сейфы будут. Иди сюда. Ну, хорошо, я вижу, где это может представлять опасность. Вижу, вижу. То есть они вроде как бесполезные, но вроде как... вон, видите, валите отсюда. А вот у нас... Давайте обновим карту. Фига себе, какой кусочек открылся. Тут направо, вниз можно направо, налево, и там, в принципе, можно налево. И там выше тоже можно налево. И идти можно, вот пока не состаришься, вообще можно идти куда-то. А, вот я и попался. Я говорю, зачем, на что оно рассчитано? Вот на что. На невнимательность, на скорость. Давайте, мячики, валите отсюда. Можно я вот так вот?
Фига себе, улитка. А как мне туда... А я туда никак не попаду, вы чё? А я туда никак не попаду. Знаете, что я хочу попробовать? Погодите. Сейчас затестим. Для этого починюсь полностью. Значит, крайняя направо в водяном резервуаре я пока что проникнуть никак не могу, потому что я физически не могу допрыгнуть. Ай, больно. Значит, один. Поздно взорвал. А одно попадание по мне, эта пила мне экономит. То есть во время босса я могу свернуться, и одно попадание по мне не пройдет. О! Бегущий в терновнике. А где мне вообще сохраняшку тогда найти? Так, дружище. Не, в принципе, за них что-то дают. Давайте внизу глянем. Сейф. Вот фишка вот этой игры как раз в этом. Оно все выглядит не тяжелым и простым. На первый взгляд. А потом бах, и ты на этом... А-а-а! Я забыл, что ты вниз падаешь. Вот опять же. Блин, она меня чуть не убила. Фух, блин, я думал, она допрыгнет. Не дорос еще этот прыгальник, не дорос. Давай, падай. Ну, падай. Их тут два. Эти мячики просто выкидываешь. Ладно, по крайней мере, я доволен, что мы нашли глушилку. А что там тогда внизу? Зачем мне туда? Да чтоб тебя. А, вот зачем мне тут? Я пойду. Я пойду. Не-не-не, ребят, погодите. Дайте я починюсь, ну его нафиг. Там много денег, я только что мог все это потерять. Из рыб тоже что-то выпадает. Что-то я думал, что рыбы лысые, но нет, из рыб тоже что-то выпадает. Тут прям большой алтарь такой. На сотенку. Кстати, ровно на сотенку. А на... Да ёж ты, моёшь ты. Нет! Очень хитрая тварь. Но я с него 13 получил. Это примерно плюс-минус то, что меня надамажило. Ладно, черт с ним. Еще рыба. Угу. Да-да-да. Клацни зубом. Ну, просто этот бонус одноразовый. Проще сейчас туда сходить, пока я все зачистил. Вниз пока что не пройти. Но можно сюда. Рыб нету? Это странно. А что за тупичок такой интересный? А зачем ты здесь? Свали от меня! А! Она меня зажала! Мне бы на самом деле магнит деталик, наверное. Я хотел бы. Чтобы каждый раз за ними не бегать.
Странная комната, она вроде как для чего-то, а вроде как и нет. И вот так вот мокрым прыгать с... Ох ты ж, опасно. А, вода себя под напряжением сюда тоже нельзя было, я тебя понял. Что, извините? Тут просто тупо новый биом, знаешь, приходишь такой, о, здравствуйте, руины. Не, ну, как бы, блин, а чё нет, ну, пойдем. Эти ножницы очень мощные. Эти ножницы очень. Я его сейчас искоркой... Да, искоркой ударю. Чё за глаз? Ладно, пофиг на глаз. Может, его тоже искоркой ударю? Да. Под вторую искорку он подставляться не хочет. Блин, я даже не знаю. Ладно, ребят, знаете что? Давайте на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем оладушек. Всем покеда.